Но как и все, что взлетает, должно когда-то упасть. Уже в 50-е мои последователи начали покидать меня. Потому что с полей и долин пришел новый противник, которого никто не ждал. Он чувствовал себя преданным мной. И его корни были иными, более глубокими. Он пришел, чтобы потребовать то, что принадлежало ему изначально. Oh.
стоят